Что еще хочу сказать? Никогда не принимайте поливитамины. Это бессмысленно. Во-вторых, есть витамины-антагонисты, витамин С, например, витамин В12, тот же, когда они, ну, скажем, противоречат друг другу в плане и всасывания, разрушают, препятствуют, так сказать, возникают очень даже отрицательные реакции, так сказать, на вот такую совместимость, да, так называемую, в кавычках я совместимость говорю. Так вот, значит, всасывается, ну, там вообще тысячные доли, поэтому это глупо.